Всем привет, с вами Green Knight, и мы продолжаем Assassin's Creed 3. Нам нужно догнать Чарльза Ли, возможно, это последняя серия. Поэтому поплыли 150 метров. А попроще нельзя было как-то это сделать? 150 метров плыть. Да. Так, ну почти доплыли. А чё так паром далеко? Или он, в смысле, он движется? Судя по воде, он движется. Так, никого не убивать. Желательно. Минимум 3. Ага. Ну, понял. Здесь мы залезем, я уже вижу. А, нет, он не движется, он на якоре. Чарльз прям над нами, да? Что-то мне в это слабо верится. А, ну хотя... В этой комнатке возможно. Ой, блин, это было близко. Это было очень близко. Ага, понял. Фух ты! Ага, вот туда нам надо теперь. Нет меня. Так, куда нам? Ага, подслушать. Они приведут меня к Ли. Думаю, эти люди вам подойдут. Зря так думаешь. Они слабые и больны. Нам нужна армия, а не богадельня. Чтобы сделать из них бойцов, нужны месяцы. У нас нет времени. Нет, прошу. Мы сделаем все, что хотите. Только заберите нас. Заткнись. Твой товар для нас бесполезен. Может, обсудим это в моей каюте? Угу. Блин. Так, ну, его, походу, придется кокнуть все же. Ой, блин. Так. Дружище, отвали, ну серьезно. Спасибо, стрелы кончились. Ой, ты как хорошо схватился-то. Только как ты так руки крест-накрест сделал? Мне не... Ой. Ты дурак? Ты меня чуть не спалил. Так, ладно, третьего, кстати, убивать нельзя. Ну ты свалишь оттуда, нет, дружище? Ну, уходи, все, хватит, молодец. Я надеюсь, он меня не заметит. Все отлично. Так, он, кстати, отвернулся. Теперь вот здесь вот тело где-то. Я только не пойму, где он. А, далеко, понял.
такой путь проделали зазря. Спрашивается, почему бы не отправить тебя за борт? Не стоит спешить. Дайте мне чуть-чуть времени. Я осмотрю другие суда. Должны найтись заключенные, что вам подойдут. Хорошо. У тебя 2 дня. Спасибо. Приходи с набранными людьми в таверну «Зеленый дракон» в Бостоне. Мы с хозяином будем тебя там ждать. Ага. Так, выбрать. Выбраться с корабля, не вступая в бой. Ну, типа выбрался. Ага, замечательно. Куда направляемся? В Бостон. Так, быстрое перемещение. Наверное, вот сюда. Куда-то. Примерно. За 2 зайцами. Почему за 2 зайцами? Непонятно. О, как я удачно телепортировался-то. Так, ну, в принципе, патроны у нас есть. Было бы неплохо стрелы, конечно, купить. Что же нас ждет в зеленом драконе? А, ну да, здесь они и собирались. Что-то нужно, милый? Нет. Грубиян. Чем могу служить? Сами знаете. Простите. Оу. О, боже. Я не люблю терять время зря. О, перестаньте. Я стражу позову. Один звук и умрешь. Что вам нужно? Он в гавани. Скорее всего, на дальнем пирсе. Мы слышали, что было на параде. Чарльз занервничал. Сказал, что уедет из страны. Я думал, он перегибает палку. Похоже, нет. Спасибо. Как все просто. А, наверху что-то есть, да? Давайте заберем. Я слышу этот сундук. Я иду за ним. Ага, вот он. Нифига, 24 тысячи у нас. Можно улучшить корабль. Ну почему здесь нельзя бегать? Что, накажут что ли за это? А, телепортироваться сможем? Да, сможем. А, недоступно. Спасибо. А это что такое? Бостонские бойцы. Давайте на лошадке доедем тогда. Ну, этого было делать не обязательно. Все в тумане или в дыму, блин. Ну что вы мне путь преграждаете? Ты издеваешься? А пройти просто нельзя было. Обязательно надо вот эту дрянь делать. Так, где этот Чарльз? Уже хватит за ним бегать, и пора его убить. Отлично. Так, еще правее. По-моему, тут все начиналось. Ну уже, давай, беги быстрее за своей целью.
Опа. Нашли. Ну что ты за дебила кусок? Так, ну даль. Спасибо. Но вы можете отвалить, ребятки. Ага. Отлично. Нет, не можешь. Потому что не попадешь. Так, 25 метров. 23, 24. Отлично. Я уже близко. Он не умеет бегать, он слишком старый. Не толкать никого. Я никого не толкал, вы идиоты. Ну что же ты за... Ой. Так я никому... Так меня никто не подстрелил, вы идиоты, это огонь. Так, блин, а мы не... Все. Мы сгорели. Или нет? Что? Ты серьезно? Делаем лучше вот так вот. На полном серьезе, да? Ну, побежали. Я никого не толкал, он сам подлез. Правильно. Ты издеваешься сейчас или что? Совсем дебил. Хоба. Косые. Давай, 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 давай. Почти добежал. Да стрельни ты в него, я хочу выстрелить. Ну никто бы не ждал, блин, не гнался бы за ним. Вот он. Ну ты серьезно? Ай. Коннор, ты что-то сегодня вообще... ну допустим, я прыгаю сюда, да? Соответственно, я прыгаю потом сюда. Тут. Понятно. 45 метров. Офигеть, далеко. Давай. Ага, ага. Не уйдешь. Врешь, не уйдешь. Да давай, лови его уже. Вот оно того стоило, чтобы просто за ним гнаться. Тебе все мало? Убьешь одного, придет другой. Ну придет, да придет, господи. Разрушишь один план, мы породим новый. Ничего страшного. Как ни трудись, конец всегда один. Все знают, что ты безумен. И поэтому... Даже те, кого ты хотел спасти, тебя оставили. Но ты не сдаешься. Борешься. Почему? А больше некому. Да, и он сейчас пойдет просто и свалит. Очухался, молодец, дебил.
Ну, пойдем. Ну, ты же целый. Че ты тут пляшешь? Ну, я хочу сюда вот залезть, блин. Вот. Ай. Ты как будто набухался просто. И представляешь, что у тебя бутылка водки в руке. Ну ты правда, а? Ребят, ну какого черта? Ubisoft, вы совсем. Это позор просто. Тяжелая ночка. Он уехал на пароме. Вверх по реке Чарльз. Мне тоже нужен проезд. Конечно. Только попросите. Вы хотите сказать, часть 12 завершена, что ли? Или что? Еще один форт обнаружили. Да ты еле живой, клоун, Вася. Ай, блин. Да, все это прикольно смотрится. Давай или живых. Ну. Давай. Ну, наконец-то. Свобода. Хоть ты не сдохни. А, черная кровь и пропала. 6 месяцев спустя. А это что такое еще? А, яблоко? Как они это оставили? Почему оно вообще прозрачное какое-то? Достиг. Мой народ ушел. Его выжили те, кто, я думал, защитит его. Так нужно. Это жертва. И не напрасная. Ведь ты нашел его. Это? Теперь спрячь его.
там, где не станут искать. И когда придет время, то, что было, станет сном. Я не понимаю. И не нужно. Сделай, как мы просим. А потом делай, что хочешь. А как же мой народ? Ты спас это место. А твой народ хранил его. Это важнее всего. Этого мало. Так будет всегда. Ты ищешь то, чего не существует. Но ты изменил многое. И сделаешь это снова. Помни, спрячь амулет там, где никто не найдет. Ох ты, зашибись. Это значит не яблоко. Раз оно рассыпалось в хлам. И куда же ты его спрячешь? Все, затянулись раны. Какого черта? А Коннор это что, сын этого старика? Ахиллеса? Вся правда. Часть 12 завершена. Я знаю, где ключ. Тогда идем. Идем. Бежим, прыгаем. Что, руками копал, что ли? Серьезно? А лопаты нет, что, да? Пора? Мы с тобой. Ну, пойдемте, моя банда. Я первый. Кто последний? А что вы такие медленные? Так неинтересно. Момент истины.
Угу. Зачем камера отдаляется? Да. Сюда. О, наконец. Тебе известна история попыток и неудач. Надежды были утрачены. Кроме одной. Твое касание. Искра. Искра, что спасет мир. Стой! Не касайся пьедестала. Минерва? Ты... Но как? Ты ушла. И уничтожила машину. Ты думала, машина одна? Что тут происходит? Не выпускай ее. Выпускать? Юнона давно мечтает оставить эти стены. Я объясню. Пока мы спасали этот мир, она пыталась захватить его и использовала наши машины против нас. Нумерология. У существования есть код. Понять этот код значит покорить время. Это была моя цель. Я создала помощника, Глаз. Но она присвоила его. Мы раскрыли ее планы и пресекли их. Затем мы ушли, но сначала вас звали к вам, чтобы вы попытались снова. Думали, без нее это безопасно. Я вижу, мы ошиблись. Она выжила, выдержала и начала свои козни. Сотни лет я и Тиния ходили по всему миру, пытаясь возродить цивилизацию. Стараясь передать вам наши знания, мы были не одни. Но несмотря на все наши усилия, нас все равно ждала смерть. Но перед встречей с нею я посмотрела на вас. Удалось ли нам? Поэтому вы здесь? Я думала, что вы придете сюда и завершите наш труд. Но вы опоздали. У вас были сотни лет. Вы потратили их впустую. На грызню с тамплиерами. И вы упустили свой шанс. Вам не удастся остановить конец, Дезмонд. Лишь выжить. Она лжет. Коснись пьедестала, и мир будет спасен. Лучше миру погибнуть, чем подчиниться ей. Неужели? Покажи им. Но он не поймет. Это сложно. Это... Покажите. Послушай Минерву, и солнце возьмет свою. Земля извергнет огонь в небеса. Весь мир заполыхает. Но это не станет концом света, лишь его предвестником. Придет тьма. Потом явишься ты и решишь предотвратить новый приход этого ужаса раз и навсегда. Ты станешь для выживших символом надежды, знания, решимости. Ты вдохновишь их возродиться. Вернуться к жизни. Мир излечится, а с ним человечество. Но ты лишь человек, уязвимый и смертный. Ты покинешь мир, оставив о себе лишь память, свое наследие. Ты станешь для потомков героем, после легенды, а со временем богом. Жестокая судьба. Написать призыв к добру и видеть, как его толкуют во зло. Видеть, как твоя попытка спасти мир губит его. Теперь ты видишь, все это повторится вновь. Так скажи, чем это лучше? Она пожертвует тобой. И всем миром. Лишь бы только не отдать мне мою победу. Они поработят вас, Дезмонд. За это ты борешься. Ради этого пришел сюда. Разве свобода значит для твоего мира меньше, чем жизнь? Какая жизнь? Какая свобода? Миллиарды вымрут. Все начнется заново.
После нашего ухода этот мир знал только ужас и боль. Свобода — наш дар им, а ты хочешь его отнять. Хватит! Не делай этого. Какие бы козни Юнона не строила, мы остановим ее. Но твой вариант, там просто нет надежды. Если освободишь ее, умрешь. Это случится мгновенно. Больно не будет. Не смей. Поздно, Минерва. Все решено. Ну что ж, живи и умри, пожиная плоды этой ошибки. Уходите. Все. Быстро. И как можно дальше, слышите? Идем с нами. Мы найдем другой способ. Нет времени. Сын. Ты все знаешь. Процесс уже начался. Надо действовать. Уходите. Идите. Ну вот, дурак. Вроде глобального северного сияния. В жизни не видели ничего подобного. Очевидцы сообщают о бушующих грозах и целом ряде необычных погодных явлений. Рекомендуем всем жителям не покидать свои дома и ожидать. Геологи сообщают о сейсмической активности по всему Огненному кольцу. В северо-восточной Канаде наблюдается сильнейшая за всю историю. В результате с ростом интенсивности выходят из строя спутники и трансформаторы. Свои отключения, похоже, снижается. Наблюдается остаточная вулканическая и сейсмическая активность. Но ничего подобного недавнему. Безусловно, полный подсчет нанесенного урона еще предстоит провести экспертам всего мира. Но, можно сказать, худшее позади. Мы расскажем больше, как только появятся новости. Все. Мир спасен. Ты получил свою дозу. А теперь... Тебе до сих пор хромает. А, так, нас что-то еще ждет. Так, ну мы добрались до места. Что здесь у нас? Что это? День эвакуации.
Америке ваша служба не пусть нужна, возвращается джентльмены. В Англию в гробах. Ух ты. Смерть угнетателям! Прирезать их! Все сразу испугались такие. Так, допустим. Ну, господи, да что вы... А, в деревушку. Ух ты, а ты кто такой, дядя? Ганадазедон. Есть хотите? Угощу. Нет, спасибо. А где все? Ушли на запад. Давно уже. Похоже, Конгресс отдал эти земли кому-то из Нью-Йорка. Что? И так все чаще. Власти якобы не трогают землю, у которой есть хозяин, но... Как это случилось? Мы теперь сами по себе. Больше никаких англичан. Совсем придется справляться самим. И платить тоже. Продать землю легко, никакой возни с налогами. Говорят, вся война-то из-за налогов, так что вводить их никто не жаждет. Они там хорошо соображают. Знают, что еще слишком рано. Рано для налогов. Слишком по-английски. Как-то так. Спасибо. Счастливо. А теперь куда? Ну, в Бостон. Но почему вы сразу не показываете, куда мне надо? Давайте сюда. И куда же? А куда? Ну, допустим, я в Бостоне. Куда мне надо-то? А, так, здесь у нас что? Задание поместья. Интересно. Ну-ка, давайте на фронтир вернемся. Вот сюда, например. Ага, и задание пропало. Ну, допустим.
Ну что же, я так понимаю, на этом все. С вами был Green Knight. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Это был Assassin's Creed 3. Всем пока!